Так, друзья, наступило утро у нас в Мадриде. Сейчас хочу посмотреть, как выглядит это утро. Находимся не в самом центре, но считается, что это центр Мадрида. Да. Воздух очень маленький. Здесь немного такой прохладный воздух. После Канарских островов здесь все-таки, конечно, чувствуется. Чуть холоднее будет. Такой вот мадридский дворик. Да, так, сейчас посмотрим, что у нас дальше. Anzor.tv, это кто не знает, что надо смотреть. Мы живем вот в этой комнате, снимаем 20 евро. В общем, коммунальная квартира, если так говорить. Мадридская коммунальная квартира. Так, это у нас кухня. На мадридской коммунальной квартире. Здесь есть много разных. Кофе можно пить и чай. Сейчас посмотрим, что у нас в какой стороне. Здесь у нас нет ванны. Я сейчас туда еще пойду. Сначала хочу вам показать, что тут дальше. Такое вот утречко. Ну и самое чудесное место — это у нас, конечно, вот это. Спокойно, ничего не разваливается, вроде нет. О, вот где надо будет пить сегодня утренний чаек, кофеек. Так, кто-то здесь буянит у нас уже. Спокойно, сеньоры мучангасы. А, это вон тут, вон он. Чем-то недоволен. Жизни недоволен, стоичный. Этот парень наш личный. Что ж, друзья, вот так вот начинается утро в Мадриде. Вот все, что вы сейчас видите, я тоже вижу первый раз. Потому что это мое первое утро. Вот. Так, здесь у нас какая-то площадь. Возможно, что это школа. Потому что внизу детские площадки. Вот я думаю, чуть попозже еще выйду на связь, вот с этого места даст Всевышний. Вот здесь вот будем пить чаек. Такие дела. Что тут сказать? Слава Богу, очередной день наступил, жизнь продолжается. Смотрите Anzor TV, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.